Привет, друзья! Наверное, те, кто следят, те, кто в теме, слышали новости о том, что у нас на президента Трампа подали в суд товарищи, которые выиграли грин-карт, но которым консульство не выдает визы, потому что тут шатдаун, указы Трампа, коронавирус. В общем, люди выиграли, заплатили все пошлины, некоторые даже успели пройти собеседование. Но визы им не дают, потому что перестали их выдавать, перестали все это дело вклеивать, потому что все приостановлено, собственно. Вот и эти люди собрались с тайкой и с разных стран, хочу сразу сказать, там и Индия, Россия, Беларусь, откуда только нету. По-моему, около 70 человек коллективный иск подали у нас здесь. О том, чтобы им там дали визы или еще что-то, в общем, выдвинули свои требования. Это победители лотереи Green Card. Вы знаете, я вот эту новость вчера посмотрел и думаю, ё-моё, люди, я понимаю, я бескрайне рад за тех моих знакомых, кто выиграл Green Card. Мне безумно жаль людей, которые, и у меня есть такие знакомые, кто в этом году выиграли, но в связи вот с этими закрытиями, вирусами и прочим, они пролетают, по сути, да, потому что ни собеседование не назначено, а тем, кому назначено, перенесли. Вот, либо визы не дают. Но мне кажется, что вот эти товарищи, которые в суд подали, это все популистское. Я не знаю, они по своей инициативе это сделали, либо кто-то их научил. Вот, потому что, как бы, Green Card и выигрыш в Green Card, он не дает права тебе получить Green Card и приехать сюда. Он тебе дает возможность прособеседоваться, вот, и получить вот эту визу Green Card саму. Причем она в этом случае тоже, она ведь не дает права тебе именно все, приехать и здесь находиться. Тебя точно так же могут не пустить, могут развернуть. Вот. Но люди почему-то считают, что это их право и теперь им кто-то чего-то должен. Вот. Ну, как бы, я понимаю, есть законы, есть какие-то требования и регламенты, но здесь все-таки, кто бы что ни говорил, действительно вирусы, тысячи людей каждый день заражаются, умирают огромными количествами, это действительно беда. Вот, и не знаю, опасно все это. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы просто сроки как-то продлили тем, кто выиграл, и запустили их все-таки в страну, или дали возможность пройти собеседование, как минимум, да, тем, кто его еще не прошел. Вот, а так получается, что люди и пройти его не могут, и воспользоваться своим правом, попытаться все это дело получить и въехать в страну, они им не могут. Вот, скорее вот так вот. Но со стороны, по крайней мере, со стороны человека, который новости смотрит, это выглядит так, что люди путают то, что им предоставили возможность воспользоваться, да, чем-то или поиграть в лотерею, с тем, что им уже обязано. Мне это напомнило чем-то калифорнийских наших соотечественников или бывших соотечественников, велфирщиков наших, которых подавляющее большинство там, вот, и которые говорили, что им все должны, им государство должно, что раз они не хотят работать, то им должны платить какие-то деньги, что-то еще, и они тоже, они путают то, что государство идет навстречу определенному населению, да, либо, ну, как определенному, всему населению, в тяжелые времена, как американцы говорят, life happens, и у каждого может произойти беда какая-то, каждый может оказаться в сложном положении. Для этого государство помогает, но огромное количество людей просто вот эти вот hard times, тяжелые времена, они делают своим lifestyle, образом жизни и сидят тут на этом, на всем, и считают, что им должны, что им государство обязано все это давать. Хотя государство просто идет навстречу, как дало, так может и забрать, но не забирает, пока не взялись за это. Также и здесь, с этой Green Card лотереей и подачей иска в суд. Потому что это право государства начать лотерею, право государства ее отменить. А в связи с чрезвычайным положением и тем, что сейчас в мире творится с этими вирусами, а тут я вижу, как бы, даже не вторая волна, оно просто продолжается с другими темпами опять. То есть спад, подъем, спад, подъем. Вот, и как бы, ну, так получается. Кто же виноват-то теперь? Люди умирают, поэтому введены какие-то ограничения. Вот это вот все. Подавать в суд. Подайте в суд на коронавирус, подайте в суд на Китай. Потому что оттуда все это пошло, да? Как нам говорят по новостям, скажем так, теории заговоров, им понравится эта версия. Вот, но
Я не знаю, как к этому относиться. Я отношусь, вот, если честно, вы знаете, негативно ко всяким вот этим движухам, привлечению внимания, потому что, по сути, люди, как модно сейчас говорить, хайпуют на беде. А я крайне негативно отношусь вот к товарищам и людям, которые на чужих бедах как-то пытаются выехать, привлечь к себе внимание. И зачем они это делают, я не знаю. Я знаю людей, которые выиграли грин-кард, да, которым присвоены были большие номера, и они не успели пройти собеседование, потому что номер большой. Но они же не пошли подавать в суд на то, что им номер большой система выдала. Нет, а здесь люди нашли, скажем так, или им подсказали человека, на которого можно подать в суд, на которого и так оказывается огромнейшее давление здесь. В общем, не знаю. Не нравится мне все это движение, но тем не менее оно есть, и у каждого свой путь, у каждого своя точка зрения, поэтому что я могу сказать? Не могу пожелать удачи всем тем, кто присоединился к этому иску, кто все это затеял. Также не могу пожелать я удачи тем, кто этих людей на это сподобил, кто их откопал, нашел и подсказал, как все это сделать. И денег, наверное, заплатил, не знаю. Вот, в общем, посмотрим, во что это превратится, во что это выльется. И, в общем, будем следить за развитием событий. Мне вот это вот, мне уже самому интересно, получится у них что-то или нет. Вот, друзья, спасибо, что посмотрели. Пока.